Всех приветствую, мои дорогие подписчики. Значит, в этом видео хочу вам рассказать, чем же я мою салон автомобиля и торпеду. Значит, раньше я использовал вот такие вот различные средства. Интерклиент, очистный пластика с матовым эффектом. Потом полироль, вот такая Helpix для пластика-то винила. Они, конечно, хороши, но они стоят дорого, не дают мне того эффекта вот чистоты, да, они не вымывают. Сегодня же я хочу показать новый способ, которым пользуюсь уже давно. Это Fairy. Fairy, значит, хорошо все убирает, всю грязь с автомобиля. И эффект меня просто-напросто удивил. Значит, берем обычную губку, немножко ее смачиваем в водичке. Ложим, наносим Fairy. Тоже немного. И вот так вот делаем. И после вот вымываем вот так вот. Это все дело хорошо, то есть ручки вымывает это, потому что вот те полироли грязь на самом деле не убирают все, они просто дают такой эффект чистоты, и на самом деле грязь остается. Я вам сейчас это все докажу, покажу. Видите, какая дверка у меня была грязная уже, хотя недавно я был на мойке. Но эффект просто меня, честно говоря, поразил после того, как я помыл Fairy. Это все дело. Затем я беру обычную вот тряпочку, которую мою автомобиль, и начинаю, помочил ее, и начинаю это все вымывать, вытирать хорошенько, смывать. То есть вот тут Fairy можно дать некоторое время настояться, чтобы грязь полностью вымылась хорошо. И вот эти вот щельки все вымываем, вытираем, и смотрите, как уже оно все блестит. На самом деле. Итак, я буду мыть и торпеду. Оно не пересушивает, и эффект очень классный. Значит, левую сторону я уже отодраил. И вот начинаю уже с правой стороны все вымывать. Потом в конце покажу вам, какой результат. Ну а теперь самое интересное. Буду торпеду мыть. Она у меня очень грязная на самом деле. Никакие полироли такого эффекта не давали. Сколько не покупал различных. То есть торпеда остается грязная, не вымывается. И сейчас этот способ, я думаю, меня полностью и вас, такие друзья, удивит. Итак, друзья, думаю, мой способ вас заинтересовал, и вы обязательно ним воспользуетесь. Также прошу вас написать в комментарии, пробовали вы и понравился вам мой способ. Я надеюсь, он вам понравится, и вы будете пользоваться ним и советовать своим друзьям. Всем спасибо, всем пока. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Пока.